Заслуженный артист России, юморист Карен Аванесян в интервью программе «Легенда» на RTVI назвал коллегу Максима Галкина королем пародий, пишет RTVI.com. Он большой актер, делает и женские голоса, и мужские. Вообще, он один из лучших шоуменов, заявил Аванесян. Он также сказал, что Галкин талантлив еще и в том, что использует в своих выступлениях знания иностранных языков. И то, что он делает, тот его диапазон, это очень, мне очень понравилось, сказал Аванесян. По мнению звезды «Кривого зеркала», отъезд любого хорошего артиста – это потеря. Но ведь он сам решил, как ему быть. Жалко, конечно, сказал Аванесян. Он также добавил, что никого никогда не осуждал, но Галкин – актер хороший. Как известно, Максим Галкин и Алла Пугачева покинули Россию в 2022 году. Шоумен выступил против СВО и был внесен в реестр иноагентов.